То снег, то дождь. Именно так горожан встречает февраль. Правда, по словам синоптиков, Рязани повезло куда больше, чем Москве. Прошедшие выходные запомнились горожанам обильным дождем. И это во второй месяц зимы. Причиной таких неблагоприятных метеоусловий стал южный циклон. Перемещаясь через территорию нашей области, он принес такие явления, как сильные осадки. И сильные осадки 4 февраля у нас были преимущественно в виде дождя от 19 до 27 миллиметров. Специалисты отмечают, что за два дня в нашем городе выпала месячная норма осадков. Это не единственный рекорд прошедших выходных. Температура в городе была чуть больше плюс 3 градусов. Как говорят синоптики, это на 12 градусов выше среднесуточной нормы. Если сравнивать нас с Москвой, то у нас было один и тот же циклон, одни и те же фронты, но так линия раздела была, так фронт расположен, что у нас осадки были дождем, а у них снегом. То есть, если бы у нас тоже были отрицательные показания температуры воздуха, у нас тоже прошли обильные снегопады и такие же коллапсы были, как в Москве. Дождливый день сменился морозным. Резкие скачки температуры, а также перепады атмосферного давления отрицательно сказываются на метеочувствительных людях. К тому же, из-за такой смены температуры на дорогах города образуется гололед. Зимой вспомнить детство очень просто. Достаточно выбрать ровный участок дороги, разбежаться и прокатиться по нему. Но есть одна проблема. Это пешеходная дорожка. Но люди стараются скорее обходить ее стороной. Передвигаться по дороге сложно. Лед как на катке. Особенно тяжело пенсионерам. Однако находчивые люди придумывают свои средства для передвижения. Тем не менее, мороз без солнца многим рязанцам понравился. Нормально. Идти можно? Ну, неужели нельзя? Нормально. Зима пришла. Хорошо. Да нормальная погода, хорошая. Скользко. Вот скользко, что это вот нечищенная улица совершенно. А так погода прекрасная. Не холодно, но очень скользко. По прогнозам синоптиков, температура в городе будет меняться также волнообразно. 6 февраля столбик термометра опустится до минус 11 градусов днем и минус 16 ночью, а уже на следующий день он поднимется до минус 7 градусов. 8 февраля температура на улице составит всего минус 6 градусов по Цельсию. В выходные дни у нас также не обойдется без небольшого снега местами по области, температура воздуха немного повысится. Ночью она составит по области минус 6, минус 11 градусов, днем минус 2, минус 7. В ожидании февральских морозов специалисты рекомендуют людям теплее одеваться и быть аккуратнее на дорогах. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».